Сотрудники Московского культурного центра «Северная Чертаново» провели 6 августа интерактивно-познавательную программу для всей семьи «Арт-газон». «Арт-газон» — это ежегодный летний проект. Проходит он уже 4-й год подряд. И он призван объединить семьи и вытащить детей на улицу. Сам проект первоначально планировался как уличный проект, и обычно, когда хорошая погода, мы вытаскиваем пледы и занимаемся на улице. Но в этом году лето нас радовало только в июне, и весь июнь мы загорали, ели черешенку, играли в дворовые игры нашего детства, в детстве наших мам, бабушек, учили играть в лапту и в часики. А сейчас, ввиду погоды, мы занимаемся в помещении. Если встретимся мы с ним, то, конечно, убежим! И обычно мы делим программу на несколько частей. Первая часть у нас такая более интеллектуальная, где мы либо играем в загадки, либо читаем книжки, учим стихи.